Всем привет, с вами Мегадекстер, и мы играем в игру Skylanders Spyro's Adventure. Я думаю, что я, наверное, буду немного реже выкладывать видео по Skylanders. И вот еще скажите, на такой вот громкости вам нормально слышно меня? Потому что я, честно говоря, точно не знаю. Я все время перенастраиваю громкости, и поэтому я немного не вырубаюсь, когда тихо, когда слишком громко, потому что может быть такое, что мой голос слышен, но у него... Ну, вам трудно понять, я не знаю, как это объяснить. Появляется такой лишний шум, или... Знаете, когда просто даже в обычный микрофон, когда орут, и такой... Типа жжжж... Я не знаю, как это объяснить. Но, неважно, это у нас третье прохождение. Sky Schooner Docks. Воздушные... что-то там доки. Да, я снимаю без Фидвана. Ой, я опять ору. Я снимаю без Фидвана, потому что... Я снимаю без Фидвана, потому что он уехал, он как бы не тут. Поэтому я без него снимаю пока. Но опять же, я же говорю то, что я уезжаю, поэтому... Я думаю, я за все это время, наверное, выложу там 4 прохождения Skylanders. Может быть, чуть больше. This is gonna be a piece of cake, especially for heroes like us. Heroes who like cake. Да, мало. Действительно. Хотя не, знаете, думаю, что может быть это реально мало. А где там золотой? Что? Какая разница? Ну, Sky Schooner Docks. А, ну это информация о Skylanders. А что у нас тут такого интересного? Ну, жизнь 450, скорость 50, щит 12, критический урон 50, сила элемента 32, Heroics и Hero Level. Ну, Hero Level это 7, а Heroics что это такое, не знаю. Powers, Blade Slash, это типа... Какая разница, а? Никнейм, стрэмф. О, да, кстати, я помню, то, что тут можно менять имена. Fuck you, bitch. Ну нет, не важно. Ownership, ownership. Ownership, это... Так вот, как это делать! Короче, ownership, это означает то, что... Skylanders, может быть... запущен в одной игре, например, вот я когда играл с Сидваном, он своих Skylanders вставил на мой портал, и именно мое сохранение зачитывало его Skylanders как типа мои, поэтому в игре Фидвана, то есть когда он у себя дома играет, его игра не засчитывает как его, то есть просто ну Skylanders, он не добавляется уже в коллекцию, вот как это делать, он и шоп, то есть надо типа убирать и на все шляпы. Все, теперь я влюбился. Это отлично. Чё нам... Какие шляпы дадут нам? Плюс 2. Бла-бла. Чёрт, почему я обязан вот так вот делать, а? Неудобно. Плюс 5. Плюс 2-2. Плюс 5 критический урон. Давайте плюс 5 критический урон. Хотя... Не, да фиг. Будем сражаться как... Мне нравится она, потому что она очень быстро и легко всех мочит. К тому же она... Может быть невидимка. Ну как, знаете, не то что невидимка, но... Когда это поможет. Потом кувырки и бла-бла. Но просто она... Из-за того, что она быстро. Так, тут какой-то... Нам тут нужен ключ. А, чёрт. Что? Пока. Подождите-ка, сейчас. А, вау, круто. То есть... Ну-ка. А, ну, у нас жизни предостаточно, так что, в принципе, пофиг. Я, честно говоря, не знаю, зачем мне собирать бабла. А, не, смысл есть. 2000 у меня всего. Главное не грохнуться. Пошли, давай, быстрее.
просто хочу быстрее пройти, чтобы это не было там так долго. Хинт. Используйте, чтобы... Мы что, будем ломать сейчас корабли воздушные? А зачем? А как стрелять, я забыл! Это нам что дает? А, это... Фу, это камешки. Кому-то сломают, кому-то ломают. А, нет. А, 6. Так. Пока нормально. Не, ну блин, а? Ну я-то этот хотя бы уничтожу, блин. А зачем нам надо было их уничтожать, если они нам даже... О, действительно. Вот так случайно упало и расчистило пусть. И сейчас это быстро и внезапно поштушится. Нет? О, да ну, серьезно. А, нет. О, действительно. Ой, маг. А, я помню. Draw Witch. Watch out for Razor Shep. Ну, короче... Да-да-да, она сейчас будет стрелять своими... Я не знаю, как это называется, какая разница. Но, блин, ее надо быстро как его замачивать. Давай-давай. Умри, 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 умри. Что это? Кто это? Фея. А, ну какая разница? Чего? А, фу, я думал... Ну же! О, вот это хорошее было комбо. Ну же, ну же. О, нам нужен мертвец, чтобы открыть это. Сейчас. Аупс. Немножко микрофон фигнул. Так, вспомни, какие на меня атаки. Пропелли... А, быстрее! Как ускориться? Нет, конечно, я понимаю, что это... Сумок. Так, я тогда... А, не, мне для него-то зачем? Я пока за него не супер играю. Так, нам нужен здесь ключ, так что нам надо искать ключ. О. Знаете что, да, да, я, пожалуй, поменяю сейчас пока на это, потому что... Просто потому что хочу пока за нее поиграть, я быстрее. Стоп, 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 стоп. Хотя почему бы и нет? Не знаю, куда это принесет. Оп, нет, стоп, 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 стоп. Нормально пока. Ну, конечно. Нет. Мне кажется, вот у нашей стелф-элф... Стелф. Маловато жизней. Так, ладно, а что у нас тут? Здесь не шляпа там и что-нибудь более интересное. Что? Такое? О, еще больше. А зачем тут прыжки? А, понятно. Оп. Оп. Сундук, бабло. Фу, сундук, это подарок. Что нам даст? Скорость? Не, не надо. У нас нормальная скорость. И отсюда... А, да-да-да, все, понятно.
Куда мы шли? А, да, мы шли... Почему? Да не, не хочу. И опять же говорю, у меня технические, если не ошибаюсь, у меня все есть технические из первой серии, но, если не ошибаюсь, я вот именно, что я все время за них играл, они у меня все прокачаны. Че? Ну ладно. Опять? Ладно. 8. Ну это будет легче. Давай, давай. Ой-ой-ой! Да ладно, я думал то, что я не уничтожу. Всё. Да блин. А! The heavy airship. Вот этот. О, ура! О, сейчас на меня вот этот гигантский чувак прыгнул, да? Ну, не... А, нет, улетел. Ладно. А, не, я думаю, он... Вот там, видите, там... Там есть киношечка, но я не знаю, как до нее добраться. А, там надо как-то... О, пошло, поехало. Воздушный спел... Эй, спелпанк, вот это самое. Он защищает их, вот черт побери он. А, у них, да, он дает им щит. Надо его уничтожить, а потом... Не, подожди, дайте я это соберу. Да, вот, меня бесят эти маги, все из них. Потому что то лечат, то... Fire Breath Force. Perhaps this is because fairies can turn treasure into a kind of upgrade magic that gives Skylanders exciting new powers and abilities. Plus, delightful. Честные апгрейды. А, да блин, я не прочитал, да под куда вы? Ладно, короче, насколько я понял, типа была. Не успел прочитать полностью, потому что. Точнее, не успел перевести полностью. Что-то была какая-то легенда о том, что. Скалендеры получали апгрейды, новые способности. Что вы делаете? Новые способности. И свежее дыхание, скажем так. Ну, там так было написано, по крайней мере. Я могу сюда пойти? Нет? Что это такое? Зачем оно тут? Не, я, конечно, понимаю, что это, да, там, жизни как-то снимать, но оно, мне кажется, вообще никак не. А, да чтоб вас. Оп! Черт, не получается. А, блин, там еще опять этот котел. Не, сейчас, дайте мы мультак посмотрим. Sonic Boom. А, не, я собирал уже. Тут должен быть еще где-то второй, я там вижу земляной проход. Быстрее дойти до этого козла мелкого. Умри, тварь. Да знаю, я знаю. Что ж ты никак не умираешь-то, а? Вот, наконец-то. Еще и вы тут. Так, там у нас земляной скалендер. Сейчас я пойду найду. To unlock this gate. Ну, потому что он мне вроде один из земляных и не... А может и нет. Я забыл. Ну... Коуз Айсленд. Вот да, вот он прокачан. Это я прекрасно помню. У него там какие-то еще мелкие могут появиться, да, вот эти. Опа. Так, это будет бесконечно, если мы не уничтожим этот клювный цветок, как ни странно. Они прыгать умеют! Да, я реально что-то не помню. Ну, уже, ну. Так, мы должны как-то... А-а-а! Все понял. А, так вот для чего тут эти камни. Да чтоб вас... А, фу, блин, тут иди. Стоп, 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 стоп. А!
Там внизу сундук. Мы пошли вниз. А, я не могу пойти. Это что за прикол? Почему я не могу пойти вниз? Не, не, стойте, стойте, я хочу. Я хочу сюда. All chests found. Воу, мы нашли все сундуки. Я надеюсь, нас наверх телепортирует. То есть от подарочка меня должно было телепортнуть. Ну отлично, как рано узнаю и получаю. Черт, как же меня тут. А, действительно. Тогда зачем вообще эти камни, а? Так, у нас новая шляпа. Да нет. В принципе, мне ничего. Да. Ну да, значит, я все правильно сделал. В принципе, мне ничего, никакие шляпы пока не нужны, потому что у них так себе. Пока. Так себе бонус. Ну, может быть, я правда не помню уже. Потом появятся более такие уже низкорейтинговые. Что ты тут делаешь? А, то есть она все-таки была какой-то частью. Much fun that the Skylanders are back. Fairies always dance with Skylanders. I am Persephone. Oh dear, at it again, silly Drow. I'd best go back to the Core of Light. I will meet you there later for dancing. Happy luck, great Skylander. Да, давай быстрее. Это и мало того, что тут нельзя послушать. Фу, пропустить. А, то есть все-таки этот мужик к нам пришел. Отлично. Да, вы смотрите, вы скажите мне, хорошо ли меня слышно и хорошо ли вам слышно игру вообще. Скажите там, либо меня чуть заглушить, или наоборот, звук игры чуть прибавить. Стопово. Голев дроу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нифига себе ты. Крут. Просто вставать за спину. Я понимаю, что это так себе тактика крысиная. Какая разница? Сейчас, там что-то должно быть. А, ну тут еще. А. Как же вы не мага тут? Кстати, если там был воздушный маг, и тут просит меня рекомендованного воздушного скалендера, то знаете, это странно. Потому что воздух должно. Что там? Воздух, по сути, должна там земля побеждать. Хотя я думаю, что наоборот. Хорошо, что у меня очень быстрая атака производится у этого стельф-эльф. Не, подождите, там что-то было. Да, видите, там открыто? Я надеюсь. Да. Ну, тут опять этот... А, это какие-то ботинки. Опа, вот это неожиданно. Так, ладно, сейчас нам придется пройти ряд испытаний. Я надеюсь, мы ничего не пропустили, потому что я не думаю, что мы что-то пропустили. Так, и надеюсь, я быстро пройду этот уровень, потому что если я быстро пройду этот уровень, мне дадут звездочку. Чё за ботинки? Я знаю, тут что-то какие-то появляются артефакты. Я даже не знаю, это артефакт. Ленджи. Ундранерс. То есть, типа... А, что-то там быстрее стало, я не увидел, что именно. Ну, насколько понимаю, так как это дикие бегунки, то я, короче, стал быстрее, по сути. Я думаю, что я должен был стать быстрее. Да, кстати, уровень очень короткий, это хорошо. Ну, то есть, я имею в виду то, что, по сути, для меня хорошо, потому что я быстро прошел уровень, я молодец. О, опять надо уничтожить. Так, сейчас. Нам лучше уничтожать еще вот это... ну же! Я хочу уничтожить, чтобы нам давали бабло. Потому что нам не дают бабло. Черт, они стреляют в меня. Блин, я думал, нет. Еще один. Давай, его надо тогда быстро уничтожить. И все. Там. Давай. О, долетело, отлично. Ну же. А, все, отлично. Не понял.
Я никак не должен был... Еще раз? Чё? А, просто тормознул. Отлично. Ну да, сейчас это врежется туда. О, вот и золотой пропеллер. Если это вообще пропеллер. Потому что это не похоже на пропеллер. Какая разница? Стоп, я соберу все бабло, а потом заберу эту фигню. Кстати, почему-то она под каким-то барьером, или это просто мне... Да, это не барьер. Все, уровень закончен, отлично. Я думаю, за сколько минут ты прошел? Где-то минут 10. Pick up the eternal air thingy and then be back in time for my date with Callie. Вечно воздушную вещь. If she doesn't faint from anticipation first. Ура! Закончен. Да! Ну, хотя бы две. Cleared in under 8 минут. Ну да, я, значит, прошел больше, чем 8 минут, но какая разница, я прошел уровень, и у меня две звезды. Ой, фея. Здрасте. Чего вам happy надо? To dance in this old place. Here is bright and smooth with many. Какая графика вообще? Я только сейчас заметил. Here for a while time. Before you leave, I will help you. I will, I will. I will, I will. Что? I can see you hit it off with Persephone, strange girl, that one. Seems to be immune to my charms. Poor thing. Well, it's gonna take me some time to install this propeller, so why don't you cool your jets, take a load off. Так, да, talk to Персифона. Персифона. Чтоб вас мухи нафиг. Мало комаров, так еще мухи. Что это? Тут что-то нам дадут. Просто видок хороший, красивый. Ну? Hello, extremely once more. For extra enjoyment, I will help you with your play quest. Would you like... О, вот и появились апгрейды, да. Silvan regeneration. Regenerate health over time and increase soul determined with fun and forest. So, так, короче, я покупаю вот это, потому что мне только на это могло хватать. Фенкс. Leave Skylands and turn back into a statue. The magic will be with you, so you can play happy wherever you go. Forever you will dance with the new happy powers. Happy powers. Доктор Флинн. Подождите, я хочу еще раз посмотреть, что. Да блин, я застрял там. Стадисы. Да ну блин. Там какие-то есть бабочки и. О, скидка должна быть. Ну, то есть она будет, если я буду использовать бабочек. Так, кем же я буду? Ну еще? Что-нибудь там круто? О, вот это круто, вот это круто. Так, окей, что у нас еще? О, мы можем выкупить. Блин, то есть я не могу купить тебе то. Что это? Further develop your blade attacks. Further develop your scarecrow. Не, я лучше вот это выберу. Потому что зачем мне. Ну, зачем мне это как бы все нужно, но. Давайте дальше. Давай, быстрее. Ну. Оо. А, нет, это осталось отлично. Ладно, тогда на этом все. С вами был Мегадекстер. Всем вот. Оу, да, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Мегадекстер. Ждите новых прохождений. Всем удачи и всем пока.